милашки, вы на канале Clayton Channel. В этом видео я вам расскажу, что я куплю еще раз, а что больше вообще никогда не возьму в руки, не потрачу свои деньги. Таким образом, я решила видоизменить пустые баночки, потому что они уже не, и мне кажется, вам тоже надоели. Здесь будут и косметические, и не косметические продукты, косметики, типа, может, кисточки, какие-то пустые баночки из продуктов, которые я захочу еще раз купить и вам порекомендовать, или вовсе не буду на них страшно хейтить. Больше никогда не куплю вот этот вот бальзам для волос от марки Level, потому что в действии он в своем вообще бесполезен. У меня это для ламинирования волос, естественно, никакого эффекта не было. И плюс помпа, которая была здесь, в общем, неплохая, но здесь средство настолько густое, что эта помпа его выдает вот такими вот порциями. И невозможно нормально выдавить на длину волос большое количество средства. С жутким недовольством напользовалась я этой баночкой и выбрасываю, больше не куплю и советовать его тоже не буду. Еще одно средство, которое больше никогда не куплю, и вообще средство этой фирмы, это вот такая у меня была маска, которая просто живучая, я не знаю, сколько она мне простояла, наверное, год. И только благодаря тому, что моему парню она подошла под его тип волос, он ее добил. Я же эту маску ненавижу, потому что она не делала ровным счетом ничего, просто очень сильно воняет огуречным лосьоном. Не знаю, для чего делать такие ароматы, видимо, для того, чтобы отпугивать людей от ваших волос. Не куплю, не рекомендую, больше никогда, нет, и нет, и нет, и нет, нет, сколько бы она ни стоила. Казалось бы, вот такая милая вещица для того, чтобы убирать волосы, когда я умываюсь или делаю макияж. Но, к сожалению, я свою штучку купила в Авроре. Это аналог Fix Price, и она, наверное, рассчитана на детскую голову, так как на мою голову она налазит с большим трудом и очень жмет голову, и с ней на самом деле вообще неудобно ничего делать, потому что вот это все испачкается, оно намокнет, потом ее сушить, в общем, один геморрой с этой повязкой. Не знаю, насколько хороши оригинальные повязки, вот эти Oh My God. Да, oh my god. От этой избавляюсь и больше тоже не куплю, фигня полнейшая. Лучше купить за 5 гривен в той же Авроре обычный обруч, который будет держать волосы и не будет намокать, если я использую какую-то маску для лица. Следующее мое полнейшее разочарование — это вот такой пилинг для тел от фирмы Fresh Juice. В чем его минусы для меня? Здесь слишком огромные скрабирующие частички, что не дает мне достаточного очищения, и плюс запах вот этот мне вообще не зашел. Вообще какая-то бесполезная вещь, но, возможно, кому-то это нравится. Не то. Я люблю жесткие скрабы, просто решила потестить, ничего у меня с ним не вышло. И еще один минус, что до конца использовать средство вы не сможете, только потому, что здесь вот такой узкий вот проходик, через который это средство хреново, я вам скажу, выдавливается. Как я не пыталась, до конца его не добила. Нет, больше не куплю, смотреть в эту сторону не буду. И еще одно мое сплошное разочарование, которое у меня лежало сколько? Ну, около года в ванной. Я думала, что-то сделаю, но нифигашечки. Это скраб для тела Salon Spa. У меня сахарно-солевой скраб. Чем это? С каким-то маслом органа. Органы. Вот такой скраб. В общем, все хорошо, кроме того, что все плохо. Потому что этот скраб настолько жирнючий, что его нельзя смыть даже гелем для душа. Он настолько увлажняет, что я не знаю, какой должна быть кожа, чтобы этот скраб хорошо поработал. Я немножко его совсем использовала и выбрасываю, потому что это жуть. Это масло органы, оно настолько жирное. Фу. В общем, только прыщи появятся от этого скраба. Больше не куплю, не хочу. Ну, пахнет неплохо, выглядит неплохо, но очень жирный, просто очень. Не мой.
Ой, девочки, что-то сегодня выпуск сплошных разочарований. У меня здесь на столе стоят столько баночек, которые мне не зашли. Сдерживаюсь, чтобы не посчитать, сколько мне они обошлись и сколько я потратила денег зря. Первое — это Yves Rocher, лосьон для лица. Упрашивала меня эта девушка купить у нее этот лосьон, говорила, что он офигенский. По итогу я использовала его меньше половины, все потому, что он мне жутко сушит вот эту зону, у меня появляется жуткая корка и начинает чесаться. Это невозможно использовать, как бы я это ни использовала, ни пробовала. Поэтому выкидываю, стоило очень достаточно небюджетно, как для такой марки косметики, поэтому я разочарована. С этой же серии вот такой вот гелик для умывания. В общем, все хорошо. Но запах — это фу, это у нас ромашка. Нет, вообще не запах для геля для душа. Тоже в конце уже использовала для того, чтобы мыть кисти для макияжа. Если не нравится запах, девочки, не берите, просто потратите деньги. Следующее, тоже это фирма Yves Rocher. Вот эти гели мне нравятся, но не все. Именно вот этот с персиком оказался слишком ядовитый, что я использовала полбанки. И дальше я это все использовала чисто для того, чтобы мыть кисти для макияжа. У него не очень приятный аромат на коже, мне казалось. Из-за этого я перестала им пользоваться. Да, и такое бывает. И еще одно мое разочарование, хотя эта косметика мне нравится, это черный жемчуг. Вот такой вот тоник для кожи, который тоже вызывает у меня жуткие какие-то зудящие высыпания, подсушивает. Почему так происходит, не знаю. Эти тоники вообще в магазинах у нас стоят просто бешеных каких-то денег, но по сути делать ничего. Тоже выбрасываю, потому что, ну, явно я пользоваться им больше не буду. И не советую, больше не покупаю сама тоник. Что не скажу про следующих удачливых везунчиков. Давайте немножечко обрадую вас, что не все так плохо. Это мицеллярная вода от фирмы Garnier. Хотя в последнее время натыкаюсь на статьи, в которых пишут, что вот эти мицеллярные воды не очень полезны и лучше ими не пользоваться. Я сейчас сменила мицеллярную воду, потому что Garnier стал очень дорогим. По сути, она работает хорошо, но насколько это полезно или бесполезно, это уже решать вам. Пока что покупать ее не буду, но могу посоветовать. И лосьон для... лосьон тоник «Чистая линия». Вот захотелось мне пройти по вот таким вот маркам дешевым, бюджетным. Все хорошо, кроме литража. Очень маленькая, быстро заканчивается. На этом все. Спасибо, до свидания. Продолжаем наш веселый разбор баночек. И следующий на очереди — это фирма Garnier. Вот такой крем для лица с виноградом. Запах, конечно, у него бомбический даже сейчас, но как-то ни о чем. Делает пленку на лице, которая не впитывается, поэтому тоже брать больше не буду, не советую. Как-то не заходят мне такие крема масс-маркетовские. Что еще у нас тут? Это у нас лак для волос, спрей для волос Taft. Ничего плохого не скажу, был хороший. И, по-моему, у него был даже неплохой запах по сравнению с тем, что у меня сейчас по запаху лак, так это вообще просто нечто. Ну, нормальный лак, тут я ничего плохого о нем не скажу. Самые мои любимые — вот такие антиперспиранты для подмышек от пота, от фирмы Dove. Тоже классный, долго, я помню, им пользовалась. Очень хорошие запахи, освежающие, мне нравится. Обязательно куплю еще раз и советую всем. Для волос закончился у меня филлер для того, чтобы после мытья волос закрывать чешуйки, посеченные кончики. Фирма Estée, называется Кикимора. Вот такие интересные названия у этих филлеров. Офигенский. Стоит, конечно, немало, но дело делать свое на ура. Единственное, мне не понравился здесь дозатор. Он здесь вот такой помпой. Хотелось бы спрей, но за счет того, что средство само по себе очень такое густоватое, я думаю, тут именно такой дозатор и нужен. Класс. Присмотрите, всем советую. Куплю еще раз обязательно. Так, сухой шампунь. Это второй, наверное, у меня по счету сухой шампунь. Первый у меня был какой-то Шварцков. Это Сьоз.
И после этого шампуня я поняла, в чем их разница. И разница в цене, а разница в том, насколько много здесь этой пудры. Потому что в этом шампуне этой пудры такое чувство, что вообще не было. Просто какой-то влажный воздух выходил, и все, никакой пудры я не ощутила. В принципе, марка Сьюз мне не нравится, она мне не впечатляет, шампуни для меня не подходят. Поэтому ничего хорошего не скажу, я больше не куплю, вам не советую. Так, No Name в этот раз у нас есть вот такой вот тюбик от марки Image. Это чисто украинская марка, типа Avon, только украинская. И я вам скажу, что вот эта штучка, это супер бюджетный аналог вот этой штучки. Разница только в цене, раза в три, наверное. Вот это дешевле, чем это. Но я доверяю профессионалу, поэтому буду брать лучше вот эту, потому что есть у меня некоторые сомнения по поводу вот таких вот подпольных сывороток, которые сделаны непонятно в каком подвале. Просто купила из-за любопытства. Вот. Больше не куплю, но советую. И мой любимейший аромат от Faberlic, он очень бюджетный, но тем не менее он офигенский. Это Faberlic Armani Apple, яблочко. Тут есть и бергамот, и персик, и белый чай, они все классные. Это именно яблоко мне нравится за то, что он и кислый, и сладкий, и легкий. Да, он недолго будет держаться на одежде, на коже, но мне нравится просто запах, и у них очень милые стеклянные баночки. Советую и, возможно, куплю еще раз. А сейчас хочу передать привет фирме Avon и их продуктам для маникюра и педикюра. Купила я когда-то давным-давно вот такой шпатель, который предназначался для того, чтобы пододвигать кутикулу. Но здесь настолько плотная лопатка, что ею разве что картошку копать, а не пододвигать кутикулу. А вот эта вот часть, я вообще не знаю, для чего она предназначена. Не понимаю. Жутко неудобная хрень. Пролежала у меня бог знает сколько косметички, и наконец-то я решила от этого избавиться. А это у меня в руках просто куча разных лаков, лаков для ногтей от фирмы LCF и фирма MaxiColor. Они офигенные, но они уже у меня давным-давно, поэтому они уже не красят. Они классно работают, когда они свеженькие, новенькие, поэтому я избавляюсь, выбрасываю. И я уже закупилась новыми, поэтому всем пока, до свидания, советую, куплю еще раз обязательно, потому что гель-лак я пока себе не делаю. Этого товарища я обязательно куплю еще раз, и у меня уже новый лежит в косметичке. Гель для бровей от марки LCF, стоит очень дешево, делает свое дело на ура, он вообще прозрачный, просто из-за того, что я постоянно им пользуюсь, он у меня потемнел и поменял цвет. Очень классная штучка, советую. А вот этого малыша я больше не куплю, потому что марка очень офигела и ставит просто зашкварные цены на Baby Lips от Maybelline. Сам по себе Baby Lips бальзамчик очень классный, использовала, использовала до конца, пахнет очень вкусно, делает губы такими увлажненными, напитанными и дает небольшой оттенок, но из-за того, что это фигнюшечка очень дорогущая, больше не куплю, но советую. И последний лот в наших баночках — это помада от фирмы LCF матовая, вот в таком оттеночке. Хорошая помада, немножко стягивает губы, очень стойкая, цвет классный, но из-за того, что она мне уже давно, уже с ней творится что попало, я ее выбрасываю. Это, в принципе, тут ее уже немного осталось. А в общем, классные баночки, советую. Не знаю, куплю ли я ее еще раз, но помада хорошая. Пишите в комментариях, чем из этого вы пользовались и как вам вообще по качеству эта косметика. А я пошла собирать для вас новый набор пустых баночек. Спасибо, что были со мной. Увидимся в следующих видео. Всем пока!